Ярославле-Залесском, так же, как и в Москве и в Суздале, есть своя Красная площадь. Она расположена в центре исторической части города. Эта площадь помнит твердую поступь Петра Великого, строившего здесь, на Плещеевом озере, далеко уже не потешный флот. Помнит кроткую поступь преподобного Сергия Радонежского, игумена Землерусской, который специально приходил сюда, в Переславль-Залесский, чтобы крестить одного из сыновей Дмитрия Донского. Здесь бывал святитель Петр, великий святой, первый московский святой, прославленный в московской земле и один из основателей московской государственности. Здесь жил Юрий Долгорукий, основатель Москвы и Переславля-Залесского. Здесь бывал грозный царь Иван Васильевич. Здесь родился Александр Невский. И сегодня наш разговор о седой древности Переславской земли, о времени Александра Невского. Историческую часть Переславля-Залесского до сего дня окружают древние земляные валы. Это искусственное сооружение, вал насыпной, в центре его рубленная деревянная конструкция. Сейчас исследователи подсчитали, что при сооружении этих валов приблизительно пришлось перекидать 600 тысяч кубометров земли. А высота вала 10 метров, окружность тоже очень приличная, 2,5 километра. Наверное, это самая большая древнерусская крепость, с которой нам с вами приходилось сталкиваться во время наших путешествий. То есть вал закрывал значительную часть городского пространства. За пределами вала находился так называемый торгово-ремесленный посад. Внутри вала было несколько сотен домов. Здесь украшением древнего города со времен Юрия Долгорукого был белокаменный Спасо-Преображенский собор, а рядом с ним княжеский терем, в котором 13 мая 1220 года появился на свет будущий святой защитник земли русской Александр Невский. В древности собор был частью дворцового комплекса, и вот с западного фасада к нему примыкала лестничная башня, как предполагают, деревянная, потому что никаких следов ее не сохранилось, а уже к этой башне примыкал, собственно, княжеский терем. Храм является старейшим памятником Владимира Суздальского зодчества. Надо сказать, где еще вообще в нашей центральной России, в нашей северо-восточной Залесской Руси найдешь памятник 12 столетия. Вот здесь он перед вами. Вообще памятники, ранние памятники Владимира Суздальского зодчества можно, что называется, пересчитать по пальцам, притом по пальцам одной руки. Какие еще? Церковь Бориса и Глеба в Кидыкше, очень сильно перестроенная. Конечно, это Успенский собор во Владимире, это Дмитровский собор, построенный Всеволодом Большое Гнездо во Святом Крещении Дмитрия. Это храм Покрова на Нерли, который действительно можно по праву считать одним из символов России, и Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. И получается, раз-два и обчелся. Конечно, они сохранились среди пожаров, вражеских нашествий. Что касается архитектуры, то вообще Владимиро-Суздальская школа считается тем периодом, период Владимиро-Суздальской школы, когда наша церковная архитектура приобретает национальные черты, когда византийское наследие переосмысляется нашими зодчими и наделяется чертами неповторимыми, оригинальными, национальными. Храм, надо сказать, представляет собой еще робкую попытку, особенно с точки зрения декора. Он очень скромный, его почти нет, он едва-едва намечен. А сама композиция – это четырехстолбный крестово-купольный храм с тремя выступающими полукруглыми апсидами с восточной стороны. Фасады делятся на три основные доли, которые действительно почти совсем лишены декора. Венчает храм мощная глава. С
святой благоверный князь Александр Невский не просто появился на свет в Переславле, здесь, под сводами Спасо-Преображенского собора, совершилось его рождение в жизнь вечную. Его рождение как христианина, таинство святого крещения, было совершено через несколько дней после появления на свет младенца. И здесь же это совершенно точно, что называется, задокументированный исторически факт, состоялся обряд княжеского пострига. Детство в Древней Руси было коротким, что у купца, что у земледельца, что у юного княжича. 2, 3, 4 года. До этого возраста мальчики находились в женском мире, в отдельной светелке, в тереме, в окружении мамушек, нянюшек, кормилиц, ну и, конечно, под наблюдением матери в тишине и покое. В этот период прививались им навыки религиозной жизни. Ну, а затем надо было выходить на свое служение, по крайней мере, символически. И вот в этот день, прямо здесь, напротив амвона этого древнего храма, был совершен обряд княжеского пострига. Совершал его епископ Владимирский Симон, один из инициаторов создания знаменитого Киево-Печерского патерика, архиерей святой жизни. И вот совершалось такое особое богослужебное последование, в центре которого был молебен. Ну и в конце, уже как кульминация вот этого торжественного обряда, срезались волосы, которые падали к ногам мальчика, так как падает его детство. Конечно, здесь мы видим наследие еще дохристианских инициаций. Вообще первое пострижение волос у младенчика всегда отмечалось даже в семьях далеко не княжеского происхождения. Пострижки это называлось в крестьянской среде. Но потом обряд был, естественно, христианизирован, освящен церковью как посвящение на жертвенное служение своему народу, своим подданным. Вот все это происходило здесь. Храм совсем небольшой по площади. Собственно, он строился как княжеский собор. Здесь молилась семья князя, приближенные, знатные жители Переславля-Залесского. Но, несмотря на это, в течение многих столетий он служил еще и кафедральным собором города Переяславля. Что касается внутреннего убранства, ну, почти ничего не сохранилось. В свое время, во время реставрации в конце XIX века, обнаружили, особенно в алтарной части, остатки поливного пола, керамика желтого, зеленого, коричневого цвета. Какой был иконостас, сказать трудно в те времена. В любом случае, ну, вот это вот невысокая алтарная преграда, установленная в 1894 году, она вполне гармонирует с духом древнерусского храма. Икона, здесь мы видим ее копию «Преображение Господне». Оригинал находится в Государственной Третьяковской галерее. Икона «Преображение», храмовый образ Спасо-Преображенского собора, была написана знаменитым Феофаном Греком, который подновлял после очередного татарского разорения стенопись и, видимо, писал икону, но, по крайней мере, вот этот храмовый образ, это мы знаем совершенно точно. 4 мощных столпа поддерживают своды собора, на которых зиждется световой барабан единственного купола. Свет падает сквозь щелевидные окошки в форме бойниц. Здесь, в западной части, хоры. Ну, правильнее сказать, по-древнерусски, по лати. Это и было место, где молился князь со своим семейством, не отвлекаясь с одной стороны и с другой стороны не привлекая ничего любопытства, праздного внимания. Под палатями в юго-западной части собора небольшой некрополь, но поскольку храм княжеский, естественно, все события, ну, в том числе и печальные события проводов в вечность, были связаны с этим храмом. И здесь сохранились места захоронения сына святого благоверного князя Александра, Дмитрия Александровича, скончавшегося в 1294 году, и его сына, князя Ивана Дмитриевича. Он умер в 1302 году. Это племянник святого благоверного князя
Даниила Московского. Именно он, Иван Дмитриевич, сделал растущему, в то время еще очень маленькому московскому княжеству щедрый подарок. Умирая бездетным, он завещал Переславль своему дяде Даниилу Московскому. И с этого времени территория Московского княжества увеличилась почти в два раза. Над княжескими надгробиями на западной стене собора сохранилась памятная доска, установленная в знак завершения реставрации, длившейся с 1891 по 1894 год, завершившаяся освящением храма, совершенным 28 августа 1894 года. И вот на этой памятной доске в основном скорбные вехи истории собора. Это вражеские нашествия. Это татарское разорение от Батыя, 1238 год, 1252 год, подавление, жестокое подавление восстания жителей Залесской земли против поработителей. Это 1281, еще один татарский набег. Ну и 1893 князь Андрей Городецкий вошел в историю как русский Герострат. Вместе с городом он разорил и его кафедральный собор. Но это такое вот явление, совершенно нам непонятное, но существовавшее. У людей еще не было единого сознания. Оно было раздробленным, разбросанным, это сознание, так же, как были раздроблены русские земли на отдельные, часто враждующие между собой княжества. И князь мог кичиться тем, что не только одолел неприятеля, а в эту эпоху это случалось не так часто, но и тем, что победил своих же князей-соперников, своих братьев нередко. Вот интересно, что сознание князя-воина одно, сознание монаха-книжника совершенно другое. Грех, небратолюбие. Вот причина того, что русская земля оказалась в длительном вражеском плену под татаро-монгольским игом. Потом опять разорение, хан Тахтамыш, хан Едигей в 1408 году. Ну и, конечно, литовские люди, 1611-1612 год, смутное время. Возвращаясь к реставрации, вот злые языки говорят, что Спасо-Преображенскому собору ничто так не вредило, как его очередные реставрации. Это совершенно неверно, на наш взгляд, потому что, ну, действительно, тот интерьер сохраниться не мог. Храм был восстановлен, и самое главное, что он сохранил свой первоначальный архитектурный облик, а это, конечно, очень важно. Ну, возвратимся к обряду княжеского пострига. Иногда сразу за ним совершался еще один чин, такой уже сугубо мирской, воинский, княжеский. Это посажение на коня. Прямо у выхода из собора юного княжича ожидал отец, который опоясывал его маленьким мечом, специально изготовленным для этого дня. Также давал ему легкий колчан со стрелами, лук и торжественно водружал его на коня. Дело в том, что князь в Древней Руси – это судья, это блюститель наряда, то есть блюститель общественного порядка, справедливости и, конечно же, воин. И вот этот воинский смысл княжеского служения подчеркивался в этом обряде. Потом бывал веселый пир, и на пиру оглашалось торжественно имя наставника юного княжича. Уже не мамушки и нянюшки, а суровый мужчина, боярин. Воспроизводили впоследствии этимологии этого слова как «бой ярый» или «болеть, переживать» за державу, за своего князя. Вот этот суровый наставник-дядька сопровождал княжича уже по мере его взросления и нередко становился его ближайшим советником. Ну, поскольку жизнь тогда была короткой, княжич мог рано остаться сиротой, и до совершеннолетия вот этот воспитатель и даже целая группа ближних бояр его отца должны были его во всем поддерживать. На пиру, где оглашалось имя наставника, щедро раздавались подарки, одежды, меха, драгоценная утварь. И вообще весь город в этот день ликовал и веселился. Как миг промелькнуло детство, прошла юность, наступила
зрелая пора, она тоже наступала очень рано. В 16 лет человек Древней Руси считался, ну, говоря современным языком, совершеннолетним. Земледелец мог рассчитывать на то, что будет возделывать свой надел, заведет свой двор, свое хозяйство, ремесленник свою мастерскую. Боярский сын в этом возрасте поступал в княжескую дружину. Ну а князя Александра ожидали ратные подвиги, тяжелые испытания, изнурительная дипломатическая деятельность в отношении золотоордынских ханов. В 25 лет он женился на дочери полоцкого князя Бречеслава, которую звали Александрой. Поначалу он княжил вместе со своим братом Федором в Великом Новгороде. Федор, кстати, отличался высокой праведной жизнью и почитается как святой. Потом стал в Новгороде князем самостоятельным после кончины брата, который умер очень рано. Александр же стал новгородским князем в 1236 году. И вскоре Батыево нашествие, как известно, где-то за 100 верст от Новгорода Батый повернул. Новгород остался непокоренным, но Александр остался в живых, потому что подойди татары ближе, вступи он с ними в бой, он тоже сложил бы свою голову уже тогда на поле брани. Ну а потом было то, что сделало его имя бессмертным в русской истории – разгром шведов в устье Невы 15 июля 1240 года. А потом было знаменитое ледовое побоище. Ну, в нашем сознании как бы эти события разведены во времени. На самом деле в июле 40-го разбили шведов, а в августе того же года свой натиск на восток начинает немецкий Ливонский орден. В 1240 году немцы берут из Борска, осаждают Псков, и помощь Александра так необходима, ее так ждут, но своевольные новгородцы прогоняют князя зимой 1240-41 года. Он оказывается здесь, в Переславле, в вынужденном бездействии. А тем временем немцы подходят к Новгороду, взяв древнюю крепость Копорье, подходят к Новгороду на расстоянии 30 верст, и новгородские послы спешат к отцу юного, но славного, известного полководца, уже получившего прозвание Невский, к его отцу, князю Ярославу Всеволодовичу, просят сына, чтобы оборонить их от немцев. 5 апреля 1242 года Александр наголову разбил войска Ливонского ордена на льду Чудского озера. До этого он освободил и Псков, и Изборск от захватчиков. В 1259 году он, подавив сопротивление новгородцев, вводит ордынских численников в Великий Новгород. Это страшное оскорбление для жителей вольного Великого Новгорода, потому что мечом татары город взять так и не смогли. Ну что делать? Выступать против татар решительно невозможно, не имеет смысла, тем более, когда с запада подпирает враг гораздо более опасный, тот, что посягает на веру и на государственность. Князь Александр понимает, что с Ордой надо договариваться. Вот это была последняя поездка Александра Ярославича. На обратном пути в городце на Волге он, уже тяжело больной, принимает перед смертью схиму с именем Алексей. В 1263 году его не стало, и, как сказал митрополит Кирилл, над его гробом зашло солнце земли русской. На Красной площади Переславля-Залесского два красных храма, очень похожих друг на друга, но в то же время совершенно оригинальных. Это храмы бывшего Богородицы Сретенского Переславского женского монастыря. Этот монастырь существовал издревле и был посвящен такому событию, как Сретение, встреча Владимирской иконы Божией Матери. Праздник этот отмечается 8 сентября по новому календарному стилю. Связан он с принесением в Москву в тяжкий час вражеского нашествия, нашествия Тамерлана, Владимирской иконы Божией Матери и с освобождением города от угрозы неприятельского нашествия. Икону несли из Владимира
Все окрестные жители, наложившие на себя строгий пост, на это время стояли по обочинам дорог на коленях и взывали: «Матерь Божья, спаси землю русскую». Напоминание об этом событии, которое коснулось и Переславля-Залесского, храм в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери, ну а рядом тот, что ближе к нам, храм святого благоверного князя Александра Невского, его посвящение понятно. Монастырь этот просуществовал до екатерининской секуляризации, потом был упразднен, храмы действовали как приходские, а Сретенская церковь одно время была соборным храмом города Переславля-Залесского наряду со Спасо-Преображенским собором. В этом стиле, очень таком оригинальном, нарядном стиле середины 18 столетия, в Переславле построено несколько храмов, построено здешними богатыми купцами, которые становятся основными заказчиками, основными храмоздателями в 18 веке. И в частности, вот эти храмы были построены на средства переславского купца Угрюмова. Еще один уголок Красной площади, еще один храм, еще одна история. Точнее, очень важный эпизод из нашей отечественной большой истории, связанной с выдающимся государственным и церковным деятелем, митрополитом Петром. Святитель Петр, уроженец Галицкой Руси, монах с 12 лет, талантливый иконописец, становится кандидатом на отдельную Галицкую митрополию. Юго-западная Русь все больше отдаляется, обособляется, надеясь с опорой на Запад преодолеть ордынскую зависимость. И вот тамошний князь Юрий Львович мечтает о том, чтобы создать отдельную митрополию, отдельную русскую церковь. В качестве своего кандидата он посылает туда Петра, который был в то время игуменом Радского монастыря, монастыря на реке Рать. От Владимирского князя, а Владимирский престол занимает Михаил Ярославич Тверской, соперник московских князей, посылают некоего игумена Геронтия. Он едет в полной уверенности, что будет митрополитом, берет с собой клириков, берет с собой казну, но человек предполагает, а Бог располагает. Ему было откровение в том, что он митрополитом не будет. И действительно, греки решили не играть ни на чью сторону, они поставили галицкого кандидата, кандидата на отдельную митрополию, митрополитом на единую русскую. Делить русскую церковь они ни в коем случае не хотели. И вот Петр оказался во Владимире не ко двору. В Галиции его, конечно, приняли, но тоже как-то отношения были довольно прохладными, а Михаил Ярославич, прямо скажем, интриговал против него через своего тверского епископа Андрея, который обвинил Петра в некой вещи, и, видимо, настолько серьезной, что из Греции прибыли два митрополита разбирать дело русского святителя. И вот здесь, в Переславле-Залесском, в 1311 году состоялся собор, но не церковный, там было всего два епископа, а скорее земский. Тверского князя, который был в то время в Орде, представляли два его сына, Дмитрий и Александр, один 11, а другой 9 лет от роду. Но, тем не менее, разбирательство дела происходило, открылась полная невиновность святителя, но Андрея не осудили, хотя должны были, потому что, во-первых, сам святитель сказал о том, что он не держит на него зла, потому что не ты сие сотворил, но дьявол, известный враг рода человеческого, хотел посеять вражду между нами. Ну, а официально, видимо, просто посчитали, что Андрей ошибся. Как бы то ни было, собор проходил на нейтральной территории, но все-таки тяготеющий к Москве. И отношения с тверским князем, в общем-то, окончательно расстроились. И митрополит Петр поселился в Москве. Он не перенес туда официальную резиденцию, а просто жил там. Очень был близок с московским князем Иваном Даниловичем Калитой. Таким образом, Москва стала церковной, а потом и государственной столицей России. А гроб святителя Петра, похороненного в Московском Успенском соборе, стал краеугольным камнем будущего единого русского государства.